Готовим пиццу. Берем теплую воду, добавляем сахар, дрожжи. Ждем 15 минут. Кладем соль, муку. Хорошо перемешиваем. Добавляем оливковое масло или подсолнечное. И замешиваем тесто. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и держим в тепле 1 час. Тесто поднялось. Делим его на две части. Разминаем рукой, можно раскатать скалкой. Кладем салями, дальше сыр. Накрываем вторым тестом, закрепляем края и выпекаем 5-7 минут. Дальше смазываем любым томатным соусом. Кладем помидоры, моцареллу, добавляем паприку, базилик и выпекаем еще 10-15 минут. Пицца готова, всем приятного аппетита, с вами была Дания.